Всем привет! Всем привет из Бельгии! Сегодня Курт будет готовить мосселен и картофель фри, типичную бельгийскую кухню. Он берет специальный аппарат вот такой для картошки. Тут нужны какие-то тяжелые физические усилия. И вот получается такой результат. Быстро и красиво. Я еще не умею это делать. Так, вот он складывает все в тарелочку такую большую. You need to dry the French fry with paper. Так, потом он берет салфетки и сушит эти фричес, убирает излишнюю жидкость. Because otherwise they will stick together in the pan, in the fry pan. Да, чтобы она, как говорится, не слиплась, не дала лишнюю воду на сковородке. И вот такая у нас специальная еще, вот он сушит. Вот такая у нас специальная есть тефаль для приготовления, значит, фричес, фритюрница такая вот большая. Так, надо сушить два раза, говорит. You start with 150 degrees. Так, начинаем с сколько? 20? 150 degrees. 150 градусов вот он, значит, набирает на этой фритюрнице. 150 градусов. Так, и значит, здесь кипящее масло. Так, и бросает сюда картошку. Значит, 150 градусов. 6 минут. 6 минут делает надо. Значит, запекать во фритюрнице. Жарить во фритюрнице.